Здравствуйте, уважаемые гольфисты! Меня зовут Антон Самсонов. Я один из немногих гольф-профессионалов, кто прошел обучение в Англии, в Бирмингеме и получил статус гольф-профессионала. Более того, я продолжил свое обучение и стал продвинутым гольф-профессионалом. И многие из вас знают меня как тренера в гольф-клубах, кто-то был на моих гольф-клиниках, а кто-то смотрит мои советы в Ютубе на самом популярном канале о гольфе в России и странах СНГ. Но мало кто знает, что я также прошел обучение на управляющего директора. Более 3 лет я обучался в Лондоне и работал на международную компанию IMG по развитию гольф-клуба в Азербайджане. Популяризация гольфа в нашей стране требует не только хороших тренеров, но и правильных управляющих. Тех, кто понимает специфику клуба и как правильно оптимизировать затраты. Мой опыт работы и запуска в гольф-клубе Forest Hills, работы ассистентом Стивена Дандаса в Пестово, помогают мне понять, как должен правильно работать гольф-клуб. Поэтому операционная деятельность гольф-клубов, проведение турниров, чтобы они были интересными и приносили прибыль гольф-клубу. Может быть, моменты маркетинга, как правильно сделать и продавать членство, или увеличить прибыль с продажи членства. Это то, чем я могу вам помочь. Помимо моей тренерской и управляющей деятельности, я принимал участие в строительстве гольф-поля рядом с Шереметьево, Никфалда, один из проектов, и также помогал во многих строительных проектах в других гольф-клубах. Если у вас есть любые вопросы по строительству гольф-поля, поддержанию правильного состояния, дренаж, планировка, склоны, где-то сходит вода, напишите. Я и моя команда профессионалов поможем вам не совершить ошибки, которые могут вам дорогого стоить. Увеличить свою прибыль и оптимизировать свои затраты вы можете вместе с Самсонов Гольф. Это не просто товарный знак, это знак качества и профессионализма, который подтвержден моим международным опытом. Обращайтесь ко мне, и я буду рад вам помочь.